Ребята, всем привет! Мы сегодня вышли покататься на ватрушках. На самом деле у нас на улице так темно, кажется, что часов 8 уже, но только-только вот 5 часов, 6 час только. Милашка катится с маленькой горки. В общем, идем горки, сейчас будем кататься на горке на ватрушках. Пишите в комментариях, как вы проводите новогодние праздники, новогодние каникулы. Будет интересно почитать. А мы сейчас, пока дойдем до горки, у нас уже вся ватрушка будет в снегу. Потому что очень сильный снег идет. На улице минус 7, но написано, что ощущается как минус 12. Но на самом деле пока мне не холодно. Так что идем кататься. И будем лепить лисичек. Ну, поехали! Наконец-таки мы выбрались покататься на ватрушках. Ой, ой, встаем! Забираемся опять на горку. Ой, я дальше все хуёкала. Я молодец. Милашка, пойдем. А то сейчас собьют нас. Готовы? Да. Нет, когда я говорю, подожди, меня не слушают. О, поехали, и мама здесь. Миланка! И мне не хватает сил тебя толкнуть. Ногами, своими каблуками. Подожди, я не схватил. Папа, не надо меня назад. Папа, ты куда назад? Схватиться. Все катаются. Крик, сейчас еще будем любить снеговика. Ой. Класс. Сейчас зашли в Окей, а здесь акция на все игрушки. У нас лично в Окей всегда так. После Нового года акции, мы вообще забыли про то, что сейчас в Окей акции, и как-то не заходили в Окей после Нового года. А сейчас зашли, я маме говорю, мама, сейчас же акции в Окее. Вот этот стенд, вот здесь вот все по 29 рублей. Но, честно говоря, мы даже не знаем, какого цвета мы будем в следующем году елку делать. Ой, красивые, смотрите, какие сердечки. Здесь все по 50. Ух ты, смотрите, какие шарики. Merry Christmas. Прикольно. Я вообще очень люблю такие вот прозрачные шары, чтобы внутри было что-то. Прикольненько. Ладно, ходим, смотрим, может быть, сейчас что-нибудь возьмем, я вам покажу. Ой, вот смотрите, какое сердце красивое. Как пузырь мыльный. Красота. В следующем году, кстати, мы хотим, у нас такая в планах, это делать полностью из шариков елку. Вот такие вот шары. Цвет красивый, необычный такой. Здесь все игрушки по 100 рублей. Смотрите, какая гирлянда, как лед. Прикольно. Вот такие вот игрушечки. Ой, смотрите, тоже красивые какие шарики. Цвета такие необычные, красивые. Ребята, всем привет! Мы сегодня приехали в торговый центр отмечать день рождения Милашки. Уже вечер, опять темно, у меня второй влог подряд начинается.
с вечера. И у нас небольшая проблема. У нас вот такие вот шарики были. И они сдулись от холода. И вся гирлянда упала. В общем, сейчас будем заходить заново их. Ну, зайдем в магазин, они-то надуются. Но гирлянда упала, поэтому будем заново натягивать ее. Ладно, идем в торговый центр. Что-то сегодня так много людей в торговом центре. Заходим, у нас уже пришли гости. Так, мы уже зашли. Шарики все в порядке, сделали. Первые подарочки милашкины, смотрите. Так, и вот тортики. Два тортика будут, один вот такой вот цветной, радужный, именно детский. И один вот такой вот с фруктами, здесь творожная начинка, бисквиты и фрукты. Вот наш столик, там вещи. И там детская площадка. Там Дана бесится уже, играя с Миланкой. И вон она, именинница, поднимается. Здесь телевизор, может свои мультики включать. В общем, классно. Здесь есть второй этаж. Сейчас схожу в туалет, посмотрю на себя в зеркало, потому что в туалете большое зеркало. А то в кафе есть туалет, но там зеркало маленькое. Так непривычно, я иду в платье, а все идут в куртках, в пуховиках. Как-то непривычно, неудобно. Кстати, здесь елочка вон стоит. Классно. Подожди, еще не дуй, не дуй еще. Не дуй еще, я скажу, не когда. Дуй, давай, дуй. Пока думай, загадывай желание пока. Красота. И я тебя. Днем рождения тебя. Дуй! Мы дома много раз дуем. Миланка, садись, сейчас будешь свечечки задувать. Да, еще второй тортик, да? Будешь свечи покупать. Садись, 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 солнышко, садись. Звездочки. Ух ты! Ура! Молодец! Мы уже собираемся, сейчас будем уходить. Здесь такая елочка белая стоит, заснеженная. И готовят пиццу. Все, мы наконец-таки дома. Милашкины подарочки, да? Миланке очень понравился вот этот вот замок. Ребят, что это? Кнопка какая-то, да? Да, только он может светиться. Ну, батарейки, наверное, надо вставить, да? В общем, здесь Эльза вот в таком платье. Но показывать я вам все подарки не буду. Заходите на канал Мими Шоу, смотрите туда. Мы выложим там видео, распаковка подарков. Я не знаю, когда выложится видео именно с этими подарками, потому что у Миланы было очень много сегодня подарков. Вот, да, один еще из подарков. Так что заходите, смотрите, ждите, обязательно выложим видео на канал Мими Шоу. Еще нам подарили, ну, милашки подарили вот такую вот собачку. Что она? Она. Здесь у нас вообще бардак такой, коробки, столик Миланкин. Что? Находит. Ходит, да? Но мы верим, что находит. Вот у нее, видите, лапки вот такие. Она ходит по земле. Ладно, все, на сегодня мое видео подходит к концу. Всем большое спасибо за просмотр. И пока-пока. Пока. Пока-пока.